Предприниматели Восточного Казахстана уверены, инициативы, озвученные лидером нации, помогут в значительной степени оздоровить экономику и создадут дополнительные условия для развития бизнеса как по всей стране в целом, так и в каждой области в отдельности. Действительно, есть объективные причины, по которым накопились определенные штрафы и пени у бизнеса, часто из-за несовершенства законодательства, из-за административных барьеров. И то, что сейчас эта нагрузка будет снята, это, конечно, даст определенную передышку для малого и среднего бизнеса.